Так, лошадь должна правильно выполнять все менки, менки чистые, правильно отсчитывать количество темпов, тенденция в горку, плавное выполнение, прямолинейно, качество галопа до и после менок, правильно расположено на диагонали симметрично, и чтобы посыл, да, вот средство, воздействие средствами управления было не видно со стороны. Ошибки также очень, ну, всем нам понятно. Мы это разберем по видео позже. Потому что интереснее смотреть видео и обсуждать качество. Видео посмотрим, да? А, нет, сейчас поговорим про пируэт на галопе, а потом видео. Так, пируэт на галопе. Лошадь должна быть в высшей степени сбора, сохранять ритм галопа, подвести зад, сама себя нести, тенденция в горку сбалансирована, правильный размер пируэта, четкое количество темпов галопа, в полном пируэте 6-8, в полупируэте 3-4. Сгибание, внутреннее постановление, плавный вход и выход из пируэта. Не забывайте оценить галоп до и после пируэта. Вот так пируэт не должен выглядеть. Итак, теперь мы посмотрим на разные примеры практической части. Маленький фильм.